Приветствую, друзья! Испанский карикатурист Рубен Алиас, более известный как Хьонг 86, создал в мае 2013 года проект Disney University, где он представляет себе, как бы выглядели персонажи Disney, если бы были студентами в реальном мире. Художник не забыл подчеркнуть узнаваемые детали из образов героев мультфильмов и органично добавил их в свои работы, и результат действительно крут. Посмотрите это видео до конца и убедитесь в этом сами.